Привет, дружище! Сейчас я расскажу тебе, как правильно задавать вопросы, чтобы получать на них правильные и быстрые ответы. Существует несколько правил, которые ты должен знать и соблюдать. Правило первое. Никто никому ничего не должен. Если, конечно, ты не заплатил кому-то денег за свой вопрос или за консультацию. А так никто никому ничего не должен. Поэтому будь вежлив, когда задаешь вопросы. Вопросы формулирую как можно подробнее, при необходимости прикладывая скриншоты. Правило второе. Экстрасенсов не существует. Никто не будет угадывать, что ты имел в виду. Да, конечно, у опытных разработчиков со временем вырабатываются некие паранормальные способности и возможности понимания витиеватой мысли клиента. Но никто не будет угадывать, что ты имел в виду. Поэтому вопросы расписывай свои как можно подробнее. Правило третье. Какой был вопрос, такой получишь и ответ. Поэтому чем подробнее ты опишешь задачу и цели, которые хочешь достичь, тем правильнее и корректнее и быстрее получишь ответ. Правило пятое. Не надо спрашивать разрешения, задать вопрос. Просто задай вопрос. Если ты заходишь кому-то на страницу в паблике или в чате или еще где-то, не надо спрашивать, можно задать вопрос. Просто задай свой корректный вопрос. Ну и пятое правило, запомни раз и навсегда, что за вознаграждение всегда будет быстрее и надежнее. Вот таких вот пять несложных правил резюмируем. Чтобы получить правильные и быстрые ответы, необходимо правильно задавать вопросы. Тщательно и подробно описывай свою задачу и цели, которые пытаешься достичь. При необходимости прикладывай скриншоты, будь вежлив и помни, что никто никому ничего не должен. Вот теперь ты знаешь 5 нехитрых правил получения быстрых и правильных ответов. Я абсолютно уверен, что если постараться, у тебя все получится. Ставь лайк, если видео было полезным. На этом сегодня все. Пока-пока.